гудящим и жалящим ульем осенним, буйна, многолика, кричащая пестра, по улицам узким Иерусалима толпа подгоняла к распятию Христа. Сквозь потные спины, друг к другу прижатые, следила за ним паралюбящий глаз. Пусть ноги истоптаны, порвано платье, да разве об этом ей думать сейчас? Вот он оступился, и сердце упало с ним вместе на пыльный, оплеванный пол. И боль душным хрипом в груди застывала, и разум не верил в людской приговор. Безумные лица, кричащие что-то, тонул в злобном хоре ее слабый стон. Зловещую тенью открылась Голгофа. Когда же кошмарный закончится сон? О, горькая, страшная, жуткая доля! Нет слов, чтоб ее глубину описать. В бессилье, согнувшись, седая от горя, смотрела на сына распятого мать. Его с материнской заботой взрастила, и не было равных ему в доброте. Всех этих людей так жалел, так любил он. Они же распяли его на кресте. Свершилось, безвольная голова опустилась, за сыном во след улетала душа. Лишь сердце пронзенное все еще билось. Он умер, шептали уста чуть дыша. Никто ее боль разделить не сумеет. Провалом зияет в душе пустота. Безвольное тело лежит на коленях, а мать видит в мыслях живого Христа. Тянулись часы, словно путник в тумане. От пролитых слез покраснели глаза. Но в день воскресения утренней ранью услышала радостные голоса. «Мария, Мария, блаженная в жунах! Жив, жив Иисус, жив твой Сын! Он воскрес!» И птицы запели в душе пораженной. «О, люди, примите спасение весть! Аминь!»